Не, ну я серьезно. Чувствую себя не в своей тарелке. Всем привет, с вами Ирин. Сегодня мы с вами рассматриваем выражение «to feel like a sore thumb». Выражение переводится как «чувствовать себя не в своей тарелке». Но правильнее его будет переводить как «чувствовать себя белой вороной», поскольку «sore thumb» — это белая ворона. Само выражение происходит от другого выражения, а именно «to stick out like a sore thumb». «Stick out» значит «торчать», ну а «sore thumb» значит «больной большой палец», как бы это ни было странно. Соответственно, выражение «to stick out like a sore thumb» будет переводиться дословно как «торчать как больной большой палец», а по смыслу оно будет переводиться как «выделяться» или «быть как белая ворона». Слово «sore» само по себе значит «больной», «болящий» и так далее. Практически все знают слово «pain», но это существительное. Мы не можем сказать «pain thumb». Да? Соответственно, у нас есть прилагательное «sore», которое ставится как определение к любому существительному, будет значить больной, болящий, ноющий и так далее, так далее, так. Ну, давайте попрактикуемся немножко. Следующая идиома связана с этим же словом. To be a sight for sore eyes. Дословно будет переводиться как быть видом для больных глаз. Более литературный перевод будет быть усладой для глаз. Ну а как правило в разговорной речи оно просто переводится как я рад тебя видеть. На сегодня все. Подписывайтесь на канал, делитесь видео с друзьями, оставляйте ваши вопросы в комментариях под видео. Увидимся.